Пересечь море на автомобиле теперь могут жители Китая. И не только. Там торжественно открыли самый длинный в мире морской мост. Его протяженность 55 километров. Уникальное инженерное сооружение связало три крупнейших города страны – Гонконг, Макао и Джучхай. Мост состоит из надводной части, подводного тоннеля и наземных отрезков на нескольких искусственных островах. Стальной каркас способен выдержать сильнейший тайфун и землетрясение до 8 баллов. Строительство затянулось на 9 лет. Объект должны были сдать еще в 2016-м, но помешала коррупция и несчастные случаи, которые регулярно случались на стройплощадке. Зато теперь путь из Гонконга в Джухай займет всего 30 минут, а не 3 часа, как это было раньше. В вечернее время мостом можно просто любоваться. Он очень красивый.